пишет Лев Худой в своем блоге, который я хочу процитировать в начале своего ролика, и менее явный признак, но очень характерный всем древним сооружениям божественного происхождения. Это прямоугольные отверстия в блоках непонятного происхождения и назначения по всему миру, от пирамид Египта, Мачу-Пикчу, Китая, Индии, Эфиопии и так далее. Дело в том, что если уж нужно проделать отверстие в твердом материале, то проще сделать круглое трубчатым сверлом. Крути себе трубу с зазубринами на конце или подсыпай абразив вместо сверления. Никаких особых усилий, вопрос только во времени. В сети есть примеры ручного сверления трубой, их легко найти. В подземной части этого мегалита тоже оказались квадратные отверстия. На нижнем новооткопанном блоке также такой тонный мегалит в подземном Иерусалиме. Блоки под ним тоже с прямоугольными отверстиями, и из них торчат окаменевшие доски. А может и не доски, но так кажется. Когда я пытался представить себе, как работает антенна и как длина волны зависит от длины штыревой антенны,
то мне пришлось нарисовать себе для наглядности, потому что в уме я себе к стыду своему представить это не мог. Вот такие вот фишки на бумаге и на пленке. Здесь вот эта вот волна, вот ее полная длина, стоп, вот полный период, и соответственно вот эта длина антенны четверть волны, пол волны, вот пол периода, три четверти, и антенна проводник, совпадающий с длиной волны. Вот попробуем представить себе, что здесь происходит. Когда волна идет по антенне и доходит до кончика, она начинает отражаться. Вот сдвинем на четверть. И отраженная, вот эта отраженная волна на четверть. Здесь видно, что на кончике антенны пики совпали в резонансе. То есть они складываются и усиливаются. А у основания ноль, у основания антенны, четверть сдвинем основную волну, четверть отраженную. Теперь на кончике ноль, у основания противофаза, тоже ноль. И так далее. Четверть основную, четверть отраженную, уже противоположный пик, опять на кончике, у основания ноль. На полуволновом штыре сдвинем на четверть прямую волну, сдвинем отраженную. Опять на кончике пик сложился, то есть он будет здесь усилиться. Опять сдвинем на четверть основную, отраженную. У основания ноль, в центре противофаза, на кончике ноль. Some of the items that we're going to discuss are the use of crystals, types of crystal substances used, crystal characteristics, the frequency stability of crystals. You've learned that frequency stability is of the utmost importance. As an example, let's consider a radio broadcast station. One particular regulation prohibits the frequency of the station from changing more than a few cycles. Three crystal cuts. Now, all crystals look the same, but not all will exhibit the same characteristics. Its frequency will be dependent upon its thickness. Let's take a look at two pieces of crystal cuts and compare this difference in thicknesses. As you can see, the thinner cut here, the thicker cut here. We're indicating here that the vibration of this thinner cut, or the frequency, is greater than this cut. Now, this will always hold true. The thinner the crystal cut, the higher the frequency of oscillation.
собираемся исследовать место под названием Сигири в Шри-Ланке, которое обычно называют Дворцом Раваны. Это очень увлекательное место, и на вершине этой скалы есть удивительные руины. Но как только вы достигнете вершины и увидите, что происходит на уровне земли, вы можете увидеть некоторые действительно странные детали. Сигири окружена массивными джунглями, и мы видим многочисленные огромные скалы, расположенные вокруг. Для обычного туриста это выглядит вполне нормально, вполне естественно нахождение камней на земле. Но если вы приблизите изображение на камере, вы поймете, что эти камни, находящиеся там, имеют самые странные следы от инструментов, которые невозможно объяснить. Например, посмотрите на этот камень. Из него буквально вырезаны сотни маленьких кубиков. А сверху у нас даже вырезан куб большого размера, как будто кто-то хотел сесть и провести какой-то эксперимент. Зачем кому-то вырезать сотни кубов на скале посреди джунглей? И это не единичный случай. Обратите внимание на то, что находится вокруг этой скалы. Вы можете видеть, что есть еще одна скрытая скала, и на ней также есть следы в виде кубиков. Я заметил много таких камней. Посмотрите на этот камень. Опять же, он расположен посреди джунглей, вокруг него нет ничего, кроме деревьев. Есть очень много кубиков, вырезанных по всему камню. Зачем? Если вы посмотрите на панорамный вид с вершины Сигири, а вы увидите, что джунгли полны сотен этих камней, если не тысяч. Я говорю, что все эти камни были обработаны. И на самом деле это именно то, что я говорю. Например, как насчет этого камня? Он выглядит естественным для человеческого глаза. Это натуральный камень. И вроде он не тронут древними строителями. Если вы увеличиваете масштаб, вы можете видеть следы от инструментов. По всему камню вырезаны одни и те же следы. Посмотрите на эти следы от инструмента. Это очень странно. Мы должны признать, что древние строители делали то, что находится за пределами нашего понимания. Сказать вам, что джунгли полны этих камней, над которыми производились работы. И археологи понятия не имеют, почему были сделаны эти вырезы. Мы просто не понимаем, что делали древние строители с этими камнями. Технологии, лежащие в основе этого, настолько продвинуты, что мы понятия не имеем, почему они были созданы. И это поднимает очень важный вопрос. Они только обработали эти скалы, которые уже были здесь, или они транспортировали и размещали эти скалы здесь стратегически вокруг скалы Сигири? Я спрашиваю об этом потому, что кажется, что эти камни расположены стратегически и выглядят так, как будто они были созданы, чтобы сделать их видимыми с вершины Сигири. Утверждают, что первоначально к этим слотам из кубов были прикреплены линзы. Говорят, что линзы из кристаллов были помещены в эти пазы. Представьте, как бы это выглядело. Это было бы потрясающее зрелище. Какова была бы цель этого? Была ли это какая-то световая технология, или они использовались для фокусировки солнечного света в определенной точке, а не солнечной энергии? Использовали ли древние строители аналогичную технологию? Помните, что на самой скале Сигири мы видели эти прорези и отверстия по всей поверхности? Были ли установлены линзы в эти прорези и отверстия? Может быть, поэтому мы видим вокруг эти странные отверстия и прорези?
Какова может быть цель размещения тысяч линз в слотах вокруг такого места, как это? Если нет, тогда для чего древние строители сделали это? Ребята, я нахожусь в храме Исурумни на острове Шри-Ланка, и это увлекательное место со множеством красивых статуй. Но есть одна древняя структура, которая бросает вызов всем объяснениям. Это пещера или пещероподобная структура, которая считается местными жителями священной. И если вы посетите это место, то у вас будет две причины, по которым вы будете чувствовать себя действительно странно. Во-первых, это тысячи летучих мышей, которые плотно упакованы внутри. И я не понимаю, почему я вижу такое большое количество летучих мышей в этом месте. Но есть еще один вопрос, который будет мучить ваше подсознание. Почему вы видите этих летучих мышей в таком ярком месте? Мы никогда не видим летучих мышей средь бела дня. На самом деле летучие мыши не любят свет. Их глаза не приспособлены к этому состоянию. И летучие мыши настолько не любят свет, что даже не летают в полнолуние, потому что даже этот свет слишком яркий для них. Так почему же летучие мыши терпят эту хорошо освещенную область и висят вокруг этого места? Местные жители считают, что это место излучает магический звук, который не слышен людям. Но летучие мыши загипнотизированы этим божественным звуком, поэтому они остаются здесь навсегда. Эта история кажется сказкой, но между этим фольклором и современными научными открытиями есть странное совпадение. Люди могут слышать звуки только до частоты 20 кГц. То, что более 20 кГц, называется ультразвуковой частотой, и мы не способны слышать такую частоту. Однако летучие мыши могут слышать ультразвуковые частоты до 200 кГц. Возможно ли, что эта пещера излучает ультразвуковую частоту, которая привлекает летучих мышей? Каким образом естественная пещера может испускать такую частоту? На первый взгляд, мы считаем, что это естественная пещера. Но если мы внимательно посмотрим, мы сможем увидеть, что это вообще не естественная структура. Наверху есть арка, аккуратно уложенная каменными плитами. Вы можете увидеть квадратные отверстия, вырезанные на стенах. На стенах вырезано несколько изогнутых линий. И если мы внимательно посмотрим на другую сторону, то мы увидим маленькие каменные плиты, расположенные друг над другом. Согласно легенде, там есть древнее устройство, скрытое за каменной стеной, которое испускает волшебный звук. Этот звук способен гипнотизировать летучих мышей. Возможно ли такое устройство? Ученые недавно обнаружили, что на самом деле можно заставить летучих мышей прилететь в указанное место, испустив определенные ультразвуковые частоты. Летучие мыши притягиваются к этим частотам и будут приближаться к источнику. То, что мы видим в фильме «Бэтмен», основано на факте. Так что сегодня у нас есть такие ультразвуковые приборы. Итак, мы знаем, что это неестественная пещера. И что же получается? Неужели древние строители создали какое-то ультразвуковое устройство, которое все еще скрыто за стеной? И если да, то на что это похоже? Возможно, это устройство будет выглядеть как эта странная резьба, которая находится менее чем в полумиле от пещеры. Эта фигура выглядит как схема с высеченными на ней сложными символами. Существует также волна, которая выглядит удивительно похожей на звуковую волну. Возможно ли, что подобное устройство находится за стеной пещеры с летучими мышами?
Эта резьба известна как «Звездные врата Шри-Ланки» и считается устройством, которое может переносить нас на разные планеты. Еще более странно то, что поблизости есть еще одна подобная пещера, широко известная как Йони. Эта Йони также считается червячной дырой, которую можно активировать при помощи звука. Некоторые люди даже утверждают, что это туннель звуковой, ударной волны. Опять же, это также похоже на естественную пещеру, но это не так. Видите наверху прямоугольные плиты? Они расположены между двумя большими валунами. Пойдем в эту пещеру, и вы увидите, как аккуратно были уложены каменные плиты, что пытались сделать древние строители. На стенах мы видим вырезанные квадратные отверстия. Мы также видим длинные глубокие прорезы, точно такие же, как в пещере с летучими мышами. Местные жители считают, что здесь находилось аналогичное звуковое устройство, которое было разрушено много веков назад. Может быть, поэтому здесь нет летучих мышей. На вершине гранитных блоков можно увидеть остатки кирпичной структуры. Сегодня мы можем видеть свет, проходящий с другой стороны. Но, возможно, здесь изначально была кирпичная стена в конце, за которой находилось ультразвуковое устройство. Эти сломанные кирпичные блоки, разбросанные вокруг, могли быть частью этой стены. Так что вы думаете, существовали ли ультразвуковые порталы в древние времена? Как еще мы можем объяснить странное поведение летучих мышей, передовой технический рисунок звездных врат и прекрасную пещеру Йони? Как дольмены, которые представляли из себя сложенные в форме квадрата или прямоугольника большие каменные плиты, накрытые плоской плитой. В некоторых дольменах передняя плита имела круглое отверстие примерно посредине. Формы многих таких сооружений напоминают усеченную пирамиду. В целом, возникновение дольменов относят к бронзовому и железному векам, к 4-2 тысячелетиям до нашей эры. Эти мегалитические сооружения встречаются в различных точках планеты. В Индии, Африке особенно большое количество их на территории Евразии, на Кавказе, в Корее. Там их насчитывается десятки тысяч, а также довольно много дольменов можно найти в Крыму. Правда, многие из них, к сожалению, в полуразрушенном состоянии. Интересно, что, несмотря на географическую отдаленность, форма дольменов везде примерно одинакова. Часто в дольменах находят останки древних захоронений, но любопытен тот факт, что захоронения обычно сделаны позже, нежели был построен сам дольмен. With sound. These bottles are simply hanging from a thread. Below is a speaker playing a sound at a specific frequency, and that's all there is to it. I'll show you how I set it up, along with the smoke test so you can see the air jets. Here's how I set it up. It'll be different depending on the shape of the container. I then open the resulting sound file in a program called Audacity. Any sound editing software will do, but I'm demonstrating using Audacity since it's free software that anyone can download and use. I zoom in on this section of the recording.
select it, and play it. I zoom in a little more, and you can see it's all one frequency. I select a bunch of waves from peak to peak. There are 18 waves. The time for my selection is 0.104 seconds. 18 waves divided by 0.104 seconds is a frequency of 173 cycles per second, or 173 hertz, a pretty low frequency. That's the resonant frequency for these bottles. More specifically, it's the Helmholtz resonance, and the bottle is a Helmholtz resonator. I need to try it out. From Audacity, I click on the play button. I turn on the speaker and turn up the volume. The bottles start to move. Here I've created a sound wave with a higher frequency, 200 Hz. As you can see, it barely works, if at all. The same with this lower frequency, 100 Hz. The closer you are to the resonant frequency, the better it works. Now for a smoke test. I first tape the system to keep it from moving, and then I light an incense stick and put it in the bottle, trying hard not to have it touch inside. Before I turn on the sound, the smoke comes out gently, but when the sound is on, there's a jet of smoke coming out. I don't have any way of seeing it, given the high frequency, but according to the book, no